Они помогали старшему поколению, собирали макулатуру и продвигали в массы здоровый образ жизни. Те, кто рос в это время, вспоминают, каждый октябренок мечтал стать пионером и ждал это событие. Пионерские отряды в России появились в 1922 году и сохранились вплоть до развала Советского Союза. В пионеры принимали детей с 9 до 14 лет, после чего уже в 17 лет в комсомол. К 1970 году Советский Союз насчитывал 23 миллиона пионеров. Ну, когда я учился, это был 57-й год, не было таких значков. Мы сами из картона делали звездочки, обшивали красным материалом. Потом уже, когда 9-10 лет, вступали в пионеры. На общем собрании отряда принимали, голосовали, принять или нет. Сначала лучших, а потом уже другие. И до комсомола, до 14 лет. Пионеры. Пионерская организация давала рекомендацию для вступления в комсомол. Что? Пионерский, комсомольский, партийный. Ну, это действительно атрибутика пионера. Пионер обязан был носить галстук. Значки, горн, барабаны и, конечно же, священная клятва. Все это с теплом вспоминает экскурсовод музея «Мир времени» Александр Даниленко. Рассказывает, чтобы попасть в ряды пионеров, нужно было хорошо учиться и помогать старшим. Двоечников и хулиганов не брали, однако давали шанс на исправление. Сам же Александр вспоминает, что перед приемом в пионеры готовился очень тщательно. Даже наизусть выучил знаменитую клятву. Боже упаси, нарушить какую-то дисциплину, получить двойку перед вступлением в пионеры, изучали наизусть вот торжественное обещание. Я, допустим, такой-такой, вступая в ряды пионеров, торжественно клянусь. Это было нечто, знаете, ночи перед этим не спали, готовились, как говорится, и руки, и уши мыли. Вы же знаете, что... Кстати, еще в пионерском отряде был санитар. Носил повязку с крестиком, проверял чистоту. На сегодняшний день в России нет организации, которая объединяла бы детей по всей стране. У детских и подростковых объединений разные направления, разная атрибутика и разные девизы. Поэтому сегодня только кадры хроники позволят нам услышать тот самый, важный для каждого советского ребенка девиз «Всегда готов». Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком.